Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Сезон завершен, и у нас награда добычи. Я, понимаете ли, попал в 50% лучших игроков, мне так сказали. ДНК, мясо, пеликанемим. Две штуки. Окей. Так, 130 очков доверий. Ну что, давай забирать награды. Что это такое? Блин, мама-то, блин. Слушай, классный, классный, ребята. Здесь, конечно, последний шанс, но ты понимаешь, где я тебе возьму столько денег, сколько они требуют? 1000 с лишним долларов. У меня харя треснет от таких сумм, если честно. Я больше там сколько? 100... Да, вот 200 долларов, это, по-моему, у меня было максимальное количество. Так, 10 бакинских, монетки, еда, статуя трицератопса. Так, 15 очков доверий, и за рекламочку, пожалуй-ка, еще глянем. Ну-ка, давай посмотрим. Так, 10 долларов, ДНК, ДНК. И нундазух. Ну, неплохо, нундазух, к тому же редкий. Вроде бы как все. Вступить, вип хочу, ребят, хочу вип. Ты понимаешь? Вип хочу я себе, статус. Так, ну что, еда. Здесь у нас закончилась интересная эволюция твоя. Да, конечно. Держи, Рэй, карман шире, закончилась она. Прям для тебя, прям сейчас же. Но у нас еще вот здесь вот. Ага, амфицион все-таки, ребята, прокачался. Угу. Поместить. Так, это получается он у нас... да, до двадцаточки я могу его качнуть. Четенько. Жалко птичку. Птичку жалко. Ладно, ребят, я шучу. Птичку мне нисколечко не жалко. Так, давай мы с тобой здесь заберем награды. Так, так. Скоро, кстати, у нас закончится. Сейчас посмотрим, сколько там по времени еще осталось ждать. А, уже закончилось. Слушай-ка, ты смотри-ка. Монстры биокупола. Вот у нас открылась битва. Так, без ограничений, это отлично. Только для обычных это битва за выживание. Так, поиграем обязательно. И землетрясение для амфибий. Угу. Вот как. Ну, давай соберем монетки. Конечно, надо было это сделать за кадром. Я обычно это за кадром делаю, потом уже подключаюсь, когда уже все здесь собрано. Но я что-то, ребята, забыл. Поспешил. Опять с эмулятором проблемы. Друзья мои, короче, я понял одну вещь. Когда на эмуляторе больше 50 игр загружено, они почему-то начинают себя хреново вести. Не знаю, может быть, нехватка памяти или, блин, какой-то блок у них стоит. Короче, приходится скачивать не один и два эмулятора, а чуть ли не 4, и делать чуть ли не по 5 окон. Представляешь? Это очень напрягает мою систему, но... И если, опять же, какой-то сбой, мне придется их все переустанавливать. Черт знает, что делать с этим случаем. Хотя, с другой стороны, у меня много игр висит, которые я еще даже не видел, не юзал. Как бы я лазю, да, по там Google Play, что-то выискиваю для себя, нахожу, как бы их загружаю, но как такового, по факту, посмотреть некогда, потому что загружен всегда практически своими основными играми. Может быть, хватит вот эту вот, как говорится, жадность свою игровую проявлять и успокоиться на этом. Так, ладно, вроде бы все монетки собрал, что у нас еще здесь есть. Давай посмотрим. Во-первых, у нас, по-моему, освободилось место. Нет, 57 минут еще будет тут копошиться. Этот еще целый день будет выводиться. Тогда давай, наверное, мы все-таки... Подожди-ка, у нас же тут база технического обслуживания. Насколько я помню, она ничего нам не дает, просто как украшение, да? По-моему, да. Ладно, я ее... Че, сюда, что ли? Ну, давай сюда поставим. База технического обслуживания. Также у нас здесь статуя трицератопса. Но это уже на повышение наших денежек. Пускай здесь тогда стоит, потому что при увеличении наших денег это всегда хорошо. И джунгли-заповедник это у нас... Угу, тоже... Повышение, да? Все. Что хотел я пока сделал. Идем с тобой на событие. Начну, пожалуй-ка, я вот с этого.
Мегистотерий. Такого я не видел еще. Мегистотерия всякого. Ладно, что у нас тут? Берем амфициона. Здесь мы возьмем синтетоцератоса. А вот против этого возьмем Керенкина. Вперед. Ну, судя по тому, какая у нас команда в данный момент собрана, как раз должна разрулить вот здесь вот всех и вся. Амфицион ходит у нас первым, да? По идее, ну, можно, наверное, все-таки бомбануть разочек. Как по мне. Так, музыка опять от страха куда-то исчезла. Так, ну что он будет делать? Он будет, наверное, сейчас менять, скорее всего, да? Нет? У-у-у. Слушай, вот это он, конечно, зря сделал, потому что я его сейчас уничтожу. Угу. В плане не добили, блин. Трэш. А он меняет. Упс. Энтеладон. А кто у нас против энтеладона идет хорошо? Вот этот, да? Предлагаю сделать две атаки. Но почему-то я не удивлен, что он поставил защиту. Так, он будет менять, интересно, или нет? Или будет атаковать? Атакует, ребята, выносит, конечно, моего чувачка. Теперь. Нет, так дело не пойдет, ребят. Ну что, 37, это фигня полная. Он все слил, да, по-моему, на атаку? Сделаем с тобой вот таким вот образом. Твою налево, мы с тобой как бы, ну, существенно отстаем, да? Выживем, как думаешь, или нет? Трэш, блин, что происходит, а? Что, ребята, здесь происходит, скажи-ка мне на милость. Раз, два, вот так вот я сделаю. 22 уровня вот этот хлыщ. Посмотрим, сколько у него. 170, ооо. 177 урона, да? Че, прописать, попробовать все, ребята? Ты смотри, какой я. Кто бы мог подумать, что он поставит себе все в защиту? Ты прикинь? Ну, понятное дело, что нам тут крышка, ребята. Переигрываем, я с этим не согласен. Такой результат боя меня, сам понимаешь, да? Не устраивает вообще никак. Так, что поехали. Значит, берем, блин, вот так. Здесь мы возьмем с тобой мамонта. Против этого хлыща я возьму вот так. Давай посмотрим. Что-то музыка куда-то действительно исчезла. Без музыки немножко грустно. Ну что, охламон ушастый? Поехали. На! Это для разминочки, так сказать. Все-таки решил атаковать. Ну и фиг с тобой. Ему крышка, ребята, в любом случае. Раз, два. Погнали. На! Подачу. Энтеладон. 306 к атаке. Ну, естественно, он сейчас уничтожит. Понятное дело. Ну а мы посмотрим, сколько мамонт наносит урона. Ту-ту-ту-ту. Раз, два, три. Ему крышка, ребята. Допустим. И мегистотерий. Что ты там елозишь? Смотри-ка, смотри-ка, а. Ну все. Тебе, парень, крышка. Просто рвем его, рвем. На. Он чем-то похож на амфициона, только немножко темнее, да? В общем, короче, мы здесь с тобой выиграли. Давай крутить рулетку, возможно. Я хочу, конечно, чтобы мне выпала легендарная карта, но... Вот, хочу гигантского оленя. Вот нету у меня гигантского оленя, понимаешь? Хочу его получить. Но мне дают, блин, даже не этого, а энтеладона. Супер редкого.
Были бы деньги, я бы, конечно, куртанул бы еще. О, смотри, какой чувак. Тут легенды, там он легенда. Да. Но не про мою честь. Так, теперь вот это посмотрим. Что у нас тут за событие такое? Пеликаниптерикс. Ёк-макарёк. То есть я должен драться одними амфибиями? О-оу. Так, ребята. Одними амфибиями. Ты понимаешь, в чем дело? Что у меня по ним будет пониженная атака, а у них наоборот повышенная. И как? Ну давай. Мне приходится брать тогда бонусы здесь. Атакует, ну понятное дело, атакует. Так, этого... У него наверняка одна взята. Давай так попробуем. Сейчас, если он... Все, ему крышка. Здесь мы прошли. Здесь мы с тобой, слава богу, прошли. Но это только первый поединок, об этом не стоит забывать. Там еще два впереди. Давай глянем, что у нас там дальше будет. Угу. Открытие... А, теперь двоих можно брать. Птеранодон и Арктитан. Ёк-макарёк. Ну что, наверное, возьму здесь Капразуха. И Кулазуха. Прозух, Кулазух, такие названия смешные. Причем они почти похожи. Интересно, это... О, 49 к атаке. 49 к атаке. Ты серьезно? Так правильно, это легенда, ё-моё. А что ты хотел? Интересно, у этого будет помощнее атака, у Кулазуха или нет? Давай-ка просто хотя бы посмотрим. Ну, 73. Твою налево, раз, два, раз. Вот только так могу себе позволить, ребята. Это было глупо, да, с моей стороны сделать вот такую чушь, да. Это было, блин, очень глупо. Он все слил, да, получается? Он все слил, поэтому давай. Что у нас тут уходит? У него 305 хп. Ага. Раз, раз. Тиранодона вырубаем. Сейчас хочу посмотреть, сколько у Аэротитана. 197 к атаке. Блин, да вы серьезно, что ли? Да он сейчас все... Он сейчас все пропишет. А, он ничего не стал делать. Слушай, ну тогда... Только не говори, что сейчас все в защиту. Нет, все, выиграли, ребят. Есть, контактиш. Опять нам повезло. А он бы мог все в защиту поставить, а потом просто меня атаковать. Все, ребят. Ну и остается у нас последний поединок. Там, наверное, уже будут открыты все, да, я так понимаю? Нет. Опять Пиранодон и Кецалькоатль. По идее, мне как-то надо до этого освободить. Тыкс, тыкс. Погнали. Я думаю, что с помощью Диплотатора мы его порвем. Вот так вот я сделаю. Пускай он там атакует меня, что хочет, делает. Хм. Раз, два, и защиту. Окей. То есть копишь, да? Я понял тебя. То есть ты копишь. Ладно, погнали. Блин, 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 блинские ребята. Но сейчас этот гаденыш, наверное, вжарит мне по полной программе, потому что он очень много в себе взял бонусов. А у меня нету никаких бонусов. Сколько? Две, пять. Слушай, а может быть, мы даже выживем. Слушай, а я рискну. Е, мы ушатали, ребята. Птеранодон готов.
Офигенно, нифига это, да, такой нос весь в шипах какой-то. В общем, давай смотреть, что нам здесь выпадет. Ага, Рамфоринг. Ну, ладно. 130 очков доверий. Рамфоринг тоже, ребята. Так, у нас что? А, Рамфоринга теперь я могу спокойненько приобретать в магазине. Здесь забираем. Забираем. Так, ПВПшку нам нужно использовать ускорение и собрать моды. Ну, моды мы сейчас прям с тобой заберем. За что? За ДНК, наверное, да? Давай, эхо. Что-нибудь хорошее подгони мне. И нам достается с тобой клон. Копирует показатели атаки и здоровья противника. Ну, так себе. Давай-давай, не кряхти. Показывай, что там еще у тебя есть. Ну, без вылета, естественно, никуда. Поэтому мы с тобой опять же получили клон. Окей. Так, что же дальше нам? Так, хавчик я, кстати, не зарядил. Хавчик зарядили. Здесь мы забрали. Так, ПВП сражение использует 3 ускорения. Здесь. Тут. Окей. Все, здесь мы позабирали все, что могли. Идем дальше, смотрим, что у нас еще здесь доступно. Еда только для обычных. Так, пеликанимим и трицератопс. Ну что я тебе скажу, здесь все довольно просто решается. Беру, наверное, нет, мы юнгозавра не хочу пока. Я думаю, гуандуня здесь будет одного за глаза. Ну и для подстраховки возьмем, наверное, майюнгозавра. Все. В принципе, вдвоем они должны здесь справиться. Давай атаковать сразу же. Половину здоровья отняли. Что он будет делать? Атаковать? Нет, он не стал атаковать, поэтому мы его, наверное... А, добить мы его не сможем, да? А давай сделаю вот так. И бонус. Ну, что ты будешь делать? Все, в атаку сливать, скорее всего, нет. Он не стал, ребята, в атаку ничего сливать. Я, наверное, все-таки попробую его прижучить. Отличненько. В минус. Ну что, трицератопс. У него 35 к атаке. Ему нужно слить сколько? Получается, 3 атаки, да? А он сливает абсолютно все. Ну вот и попался он. Потому что мой Гуанлунь, естественно, его уничтожит. На-ка. Пощечину такую ему влепили. Ну что, ребята, первый поединок, как ты понимаешь, за нами. Мы с тобой двигаемся дальше. Поехали, смотрим, кто здесь. Гацигаптерикс и Аланка. Это у нас летуны, поэтому здесь нам лучше всего взять аргентинозавра и... бронитозавра. Поехали. Надеюсь, у нас с тобой здесь получится. Так, 108 к атаке. Это аргентинозавр. Я сразу буду атаковать. Не буду тут что-то выжидать. Как говорится, у моря погоды, сразу в атаку. У него 49 атаки. Если он сейчас все сольет, ну, максимум, что он отнимет соточку. Ну, 120, может быть. А вот мне надо сделать вот так. Я знаю, что одно бонусное очко он себе сейчас заберет. Будет 3. И вот сейчас интересно, что он будет делать с этим всем своим богатством. Ничего, он опять, ребята, копит. Ну, как ты знаешь, я не люблю тут тютюкаться. Я сразу иду в атаку. Ему крышка. Окей, ну что, выходит следующий хлыщ. Это у нас Аланка. 42 к атаке. 4 бонусных очка. И что он будет делать? Ничего. Мы сделаем с тобой хитрый ход, как я обычно его использую. Да-да, ты правильно догадался. Именно так я и делаю. Ну что, 7, сколько тебе надо слить? Все 6, ребят. Он сливает 6, одно очко он себе оставляет. Но, как ты можешь догадаться, это уже его не спасет.
Даже если он сделает одну защиту, а он ее сделает, то остальное все ему прилетит в лицо. Бамс. Да, чувак аж опешил просто-напросто. Но тем слаще, как говорится, победа. Так, и у нас получается с тобой последний поединочек, да? Давай, наверное, я возьму здесь Тропиогната и Лимноселиса. Это, я думаю, будет оптимально для нас. С вашего позволения, сразу иду в атаку. Шикарно. Так, будет он менять на Гуанлун или нет? Скорее всего, будет. Так, ну что, Лимноселис, готовься. Так. Меняемся. И берем бонус. Сейчас будет меняться обратно, конечно же. Но он по атаке сильнее, чем мой, конечно, Лимноселис. Но зато... зато у нас здоровья побольше. Все, ему кранты. Раз, два... три. И бонус. Готов, партизан. Ну а Гуанлунь нам уже ничего не сделать со своими 40 атаками. Но даже если он вдруг что-то тут 40-40-80 плюс еще... не, ничего он не сделает. Все, ему кранты, ребят. На, на. Шустренько, да, мы с ним расквитались. Ну, получаем... это за еду мы дрались, да? Да, за еду. Лучше, конечно, по 80 тысяч давали. Ну, фиксно. Главное, что очки доверия еще дают. Вот это уже хорошо. Так, а по итогу у нас с тобой что? Здесь все в данный момент. Нам нужно с тобой в Кайнезуйской эре, да, если не ошибаюсь, сделать победу, чтобы... так, подожди, посмотрим. А, нет, нам нужно просто принять ПВП-сражение и использовать ускорение. Ну, если просто ПВП, давай тогда я, наверное, сыграю на водный, потому что мы здесь с тобой еще никого не потратили. Так, так. Так, так, так. Поехали. Плюс надо будет еще сделать ускорение, да? Две штуки. Ну, кто у нас там выпадет? Кайвике, Кранозавр. Ну, в общем, нормально так понавылазило. Ну что там, 3 часа будешь крутить? Ё-моё, 590 атаки. Да ну нафиг, хорош. Давай-ка мы вот так с тобой сделаем. Фига, такая расцветка, как у змеи. Меняет на Кранозавра. Слушай-ка, а давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так. И бонус. Блин, ему, правда, одну атаку всего надо сделать. Тут я, конечно, лопухнулся. Но он думает, что у меня, наверное, защита, да? Все сделано специально, ребят. Так, ну что, выносим, короче, этого хлыща. Нам придется две атаки с тобой потратить. И... блин, не две, а три. И сделать вот так. Твою дивизию, блин, ну кто же знал, да? Это у него сейчас будет дофигища бонусов, да? Четыре. Ну тут понятно, если он сейчас... ему три достаточно сделать, чтобы меня вырубить. Одна останется про запас. А он сливает абсолютно все. Ну что, Архилон, давай. Нам с тобой уже, как говорится, придется здесь. Раз, два, три. Так, вот сделаем.
И бон... Ой, бонусы и защиту. Я знаю, знаю, что он все передавал очки именно этому хлыщу, да? 4. Неужели не будет атаковать даже? Будет, ребята. Да ну, хорош. 4, даже если, ребята, из учета того, что у меня стояла броня, он меня пробить, ну, никак бы не мог. Как он на 1000 с лишним выбил? Непонятно, как он на 1000 меня бомбанул, ребят. Ну, это бред. Сейчас вот чистый бред был. Так, использовать ускорение. Где я это ускорение тебе буду использовать? Скажи мне, где? На чем? Не на чем просто-напросто. Если только здесь. Да я в курсе, да-да-да. Давай-давай уже. Завершим, в конце концов, твою эволюцию. Поместить. Вот так, и пускай дальше улучшается. Так, забираем с тобой опыт, еду. И открываем пак. 35 долларов и 80 тысяч монет. Плюс 95 очков доверий. Ну что, нам остается еще сколько? 2300 доверий, да? И все, ребята, и мы с вами получим легендарный пак. Где у нас там этот? Рамфоринг, или как его там? Рамфоринг, да? Кеца, Амфицион, Динотерий, Диплотатор. Не понял юмора. Так, все существа, хищники, травоядные. Давай-ка так глянем. Топижера, а, вот он. Так, опять же, все существа. Тропиогнат. Тропиогнат у нас прокачанный, да? Нам нужен... Твою налево, блин, я забыл, с кем тропиогнат у нас скрещивается. По-моему, тут коллаборинг. А коллаборинг у нас есть еще один, нет? Нету. С Гатсом, что ли? Сейчас я посмотрю здесь. Гибрид... С пеликанимимом, не то. Пеликанимим у нас есть. Кстати, давай тоже, наверное, его будем выводить потихонечку. Твою, блин, налево, а. А Ланка с кем гибрид делается? Чего? А Лангозавр? Нифига себе. Я уже и забыл, что я делал алангозавра именно из летуна. Коллаборинг. Тьфу ты, ё-моё, коллаборинг у нас нету. Да что тут опять этот кот горит? Так, это у нас птеранодон. Слушай, ютораптор, конечно, бы тоже можно было бы, ребят, скрестить, да? Но... Жалко мне финансов. Гатс. А Гатс у нас с кем? Пеликанимим. Ну что, давай тогда еще, наверное, поставим с тобой пеликанимима. Все, да? Пускай выводится. В общем, эволюцию нам делать, делать и еще раз делать. Но у нас, друзья мои, на сегодня пока все. Нам надо с тобой ждать, сколько времени-то? Когда у нас там откаты будут? Ну, еще не скоро. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.